чуть-чуть так слегка придать радости и веселье в сегодняшней игре. Игра для нас всегда праздник, но здравствуйте. Поехали. Здравствуйте, мы выиграли. Шайба из Кусубека прорывается по правому плану в зону соперника. Проходит за воротом, отдает пас на пятак, на пятаке никого. Сергей подбирает шайбу из синей линии. Санжар к ней не успевает. Еще шайбу. Хочет обмануть 61-го, не получается. Шайба за воротами Бориса, шайбой Борис. Хочет выбросить шайбу из зоны Дениса на перехвате. Денисов шайбой. Показывает бросок. Бросает. Попадает с 9-го номера Курсунетова. Вот, шайба это Эржан. Вышла из зоны. Входят в нашу зону. Курсунетов за воротами борется. Передача на пятак проходит мимо. Защитник 12-й шайбой скидывает ее в зону. Вичков с Денисовым на месте. Вичков борется у бахта, не получается выйти. Не получается вырвать шайбу с нашей зоны. Шайба за нашими воротами, бросок. Саржан у нас бросок слабый был и не очень точно. И себе по шайбе входит в зону соперника. Сильга на подмогу. Задавился на дороге чуть. Упал. Настал, начал бороться. Шайба вышла в зону бороться. Опять Саржан шайба левый. На левый фланг 61-му номеру вдоль середины. Передача прошла. 61-й обратно к Саржану. Передача не точная. Шайба в нашей зоне повторяет. Сильга пытается бороться. Бросок парашюти там коваль на доске. Бросок жесткий с пятачка 61-го номера отдавал 10-й коваль на месте. Работаем. Шайба до сих пор в нашей зоне. Поддавливает Борис. Сергетов. Передача на Сергей. Вошли в зону. Сергей один. Наши забрал. Ай-яй-яй, вратарь на месте. Четко все сделал. Выбрал, положил вратаря. Верхом не получилось. Бросок. То ли помешал защитник, то ли еще что, идет смена состава. Борис поменялся на Казмарду. Прокопчук за нашими воротами. Шайба свести, ворота шибли. Свисток. Больной. Ну ничего, я отдыха не говорю. Фамилия у него Бахтан. Никита на сбрасывание 37 линии Бориса. Бросено, проиграл. Держит его за Юра Крутой. Смотри, фланг! Заходит в зону. Не получилось обыграть соперника, но сразу не тыкан. Нет. Обратно по хвате, а по хвате. Галькевич шайба. Передача на Кабакова не прошла, слишком была жесткая передача, либо Игорь не успел среагировать. Вышли из зоны наши на опять входят. Никита шайбы. Смотри, Егора! Бросает Никита Григорьев. Галькевич на добивание. Кто? Да. Вот на сбрасывание попадает. Когда сбрасывание выиграл, передача на Трибунске. Трибунский перевод на Афанасенко. Афанасенко бросает. Бросок был не очень сильный, мощный. Поэтому шайба не дошла до вратаря, а попала в клетку защитника Бориса. Борис нарывается на нашу зону. Находилась Борис. Афанасенко на подхвате. Неточная передача на клетку Бориса. Борис нарывается на столкновение Трибунского. Трибунский на месте. Не дали бросить игрокам. По-прежнему шайба. Перевод от одного защитника другого. Будет шесток. Мощный шесток Коваль на месте. Борьба в нашей зоне. Шайба Асадяев перехватил Гулу. Гулу тоже в третий состав. Прошу заметить, поменял состав. Тренер Бориса. Немножко. Жестко играл по Афанасенко 71-м номером крупным мальчиком. Бориса спаснул его спорт. Перебег, передача на Шабдикеева, диагональ. Шабдикеев не хочет работать. Нашел Борис в нашей зоне. Будет бросок. Коваль на месте низом. Вот для этого бросок. Ходяев за воротами. Не добавил ногами. Проиграл чуть встречу. Шайбой Борис.
Работают наши, шайба на пятак усердно проходит, не дают они, короче, вернее, дают возможность 71-му номеру там делать все, что он хочет. Идут передачи, на пятаке он занял позицию, никто не может его остановить, хотя играть с ним надо же 71-го. Я так понимаю, это тот самый мороженый, который играет 10-м номером в Астане. Стабильно залазит на пятак, никто его не убирает. Борис в нашей зоне закрепился. Ничего не дает сделать, короче, нашим ребятам. Вот шайба перехватил Кахатаев, я у него, опять же, его перехватил. Но отдаст пятак на заднике, когда он попытается ворваться в зону Бориса, защита на месте. Смену делает Ильдар Хамилович. Но не поменялся Борис. Нет, поменялся одного человека, только проблема нет. Сейчас Чубирин на льду. На льду Данил Белов, на льду Назаренко, на льду Терехов и Селер. Свисток, Коваль берет шайбу, перебросок на его воротам. Попал шайба в щиток, накрыла на его ручку. Получается сбрасывание в нашей площадке. 9 номер, 300 метров на сбрасывание. 4-й. Нет, руку, который на первом составе номер завершен. Я найду Пайрган. Пока мальчишек ему, по-моему, хватает ему 4. Так смотрим, насколько хватит у них. Итак, Борис в нашей зоне. Спортсмотр, 9 номер, где-то просто Маламова. Чуть пошире и поперче включат. Или мне просто катается, потому что он выдали новую форму. Борется за воротами. Берет на подкат шайбу. Пытается увидеть, если в зону, зону вывел. И шайба опять у Бориса, и они сходят к нам. Пайержан пытается пройти через совет. Совет не дает ему, что не могу сначала что-либо сделать. Борется тут же Чубирин. Вот опять бросок по нашим воротам. Благо поставил лучше Белов. Передача диагонально на Назаренко не успела меня обработать. Зашла шайба в зону Бориса. Но сейчас же с нее выходит. Обыгрывает. Опять Назаренко шайба, отдает пас на Шульги. Всегда в это время поменялся, как вы поняли. Борется против троих игроков Бориса, ничего не получается. Отдает диагональ на Терехова. Совет. Терехов борется. Как раз у нас идет смена, Терехов меняется. Шайба Денисов. Денисов. В нашей зоне. В нашей зоне ищет, кому отдать пас. Отдает пас на Шульги. Шульги жестко включает перчинета. Потому что выше он его намного и нашло. Коля врезался, а потом надо было убегать, но в это время получал передачу. Поэтому не видел его. В данный момент шайба в средней площадке. Мешко шайба по левому флангу входит в зону. Пытается показать бросок, обыгрывает. И не получается. Обыгрывает, падает. Хотя все сделал задумано, грамотно, если бы все получилось, было бы поинтересно. Шайба вышла в зону Бориса, Бичков шайба пытается отдать ее на Денисова, но передал на плюс 61-го номера. Это Америка Кахаса. Все, шайба летит по ракетикам и попадает сверху на сетку наших ворот. Раздается свисток на льду. Итак, Григорий на сбрасывание. Сбрасывание мы выиграли, шайбу Аламов в нашей зоне пытается выбросить шайбу. Бьет диагонально Кабакова, который 1-0 устремляется к воротам. Обыгрывает, не получается, обыгрывает вратаря. Смог обработать шайбу. Вышла шайба в зону Бориса. Ранкирует шайбу в нашей зоне. Пытается паратичком на Кабакова. Кабакова на этот раз шайбу четко принял. Григорий Кабакова 2-2. Кабакова бросает под защитника, попадает ему в ногу. И что надо бросать? Бросать! Хорош бросил Кабакаев, ловушки. Найду у них двуречинский, Никитин, не вижу еще фамилию мальчика. Григорий сбрасывал на выиграл, прокатит не точно бросок по воротам, не очень мощный. Кабакаев, Горькович не поняли друг друга, запутались, будет свисток и будет смена состава, это будет второй действие. Итак, Махадяев нам сбрасывает. Шабдикеев, Скребец, Панасенко, Трибунский. Выглядит Махадяев сбрасывает, Трибунский. Не получилось, ребята, конечно, это время. И берется одна на Панасенко, Трибунский на месте,
Саида Бориса, как выходит со своей зоны, жестко воспринимает время так, что ноги на хороший расклад обманывает предыдущего, побегая, бросает себя в его мысли. Так, скребет случится. Длинная передача у нас от Букеева не получается. Через клюшку, помешала клюшка, короче, соперника, немножко полетела шайба в створ ворот, и вратарь, соответственно, ее легко взял на льду. Итак, Терехов на сбрасывание. Терехова сегодня поставили на подъемы. Белок, бросок в створ ворот, мимо, Кибирин на подхвате был, но была далека шайба. Назаренко, бежит к воротам, Терехов бросает, слабенький бросок, удаленно показывает. Тимур Кайржан. А четвертого нету. Ну так, втроем они играют. Не могу понять. Втроем играет Борис. Не могу понять, почему, на каком основании. Не догоняет Борис. Вот все, что исправляет. Роман Бучков бросает и попадает опять, короче, от ловушки вратаря, отчетка в сетку на стекло. Когда мы сбрасываем с Турцией на том, когда сбрасываем в игру, Бучков перевод на Дениса, надо бросать, Бучков с том, попадает в стекло вратаря. Блин, называется вратарь, буду точнее называть. Шайба в нашей зоне проходит. Шайба летит выше ворот. Очень я шайба. Входит в зону соперника. Не получилось пройти. Чуть-чуть бросает шайба с неудобной стороны. Мимо ворот. С колена бросает. Борется с Виктором Мадьяров. Короче, закатывает его в борт. Борис не соединяет одну жесткую игру. Кайржана подходит одного полотрека, отдает пас на пенсионера, расчет, зимой, то есть пустые ворота должен заводить этот мальчик, но это не такой промазанный шайба. Картина на нашей стороне. У себя как входит в зону соперника, зону показывает. Так, Григорьев на красный, взрослый на выигры. Иванова, Рама, сейчас попросит защитника команды Баруси Зона, шайба Великова. Вот площадки опять выбрасываем. Как Григорий Саргасов, даже синей линии команды соперника. Выбрасывание выиграл. Прокопчук на Аламова пас, Аламов не ожидал. Бежит к мячам ворота. Растягивает соперника пас на Прокопчука. Прокопчук на Кабакаева. Шайба вышла с нашей зоны. Кабакаев на Григорьева. Григорьев Галькевич, и Галькевич на скорость обрывается, пытается бросить, попадает в защитник. Галькевич, передача на Кабакаева. Кабакаев за воротами не смог обработать шайбу, отобрали. Борис шайба. Мы стараемся бежать по зоне Бориса, но она вышла. Григорьев на подхвате. Кабакаев взрывается, пытается. Ну, уже ворвался в зону. Бросает во вратаря. Да. Вратарь попадает в ловушку, шайба отскакивает от ловушки. Григорьев. Прокопчук держит шайбу в зоне. Так, опять шайба в средней площадке, Кабакаев прорывается в зону. Пытается отдохнуть, как не проходит, но Григорьев на подхвате за воротами. Отдай назад! Отдал назад, сам решил пойти. Прошает мигом, Кабакаев Галькевич на добивание не получается. Еще раз нашла? Не нашла, блин. Вратарь потерял клюшку, лежит слишком на льду. Гол! Забивает Кабакаев, гол, наконец. Кабакаев клюшка на льду, ничего не смог делать. Кабакаев просто сделал грамотно, низом, короче, бросил шайбу. И вратарь не успел что делать. 1-0, пока идет. Итак, разбрасывание походило. Сбрасывание мы вроде как выиграли, но шайба почему-то уборвала. Выходит в нашу зону, в самом деле. На перехвате никого нет, бросок поворотом, еще у нас удаление. Очень хорошего мало. Хорошего мало. Ну, как-то так. Вот
выходит Назаренко, Терехов, Совет и Гулов. Четвером. Напоминаю, Терехов на подъеме. Красный Терехов выиграл. И Назаренко каким-то образом устремился быстрее двух игроков на шестом. Забил Назаренко. Я был, захватил шайба ворота, защитник еще был хитрым образом подрезал под вратаря, у нас вот так вот другой шайбу из ворот. Меньшинство забили на гол, короче. Молодец, Данил. Я думаю, Бориса будет не на вратаря. Совсем не скоро придет этот момент. Здравствуйте, всегда выиграл. Открывается время соперника. Подманить, но почему-то стоя на ногах, сам выводит шайбу в дом, не соберем. Миша сбрасывает шайбу в дом Бориса. И Субетов присмагивает. Отбрасывается Борис при 15 минут, который играет первым составом. Играет еще судья. Но ошибается судья, думает, Борис шайбу становится к нам в доме. Бичков на месте. Подъемник предотвратил атаку, первая атака, Борис Абдерсанга бросок в ногу от синей линии. Опять Борис, опять передача на пикап, стабильно. Борется там наши Денисов, всегда Кучков, бросок ковально место, еще бросок низом, поражал мимо ворот. Вышел Кучков на подмогу, вовремя вышел, пора собирались Борис, предотвратил он атаку. Передача на середине через борт не прошла. На месте игроки Бориса. Старается Коля, старается все. Коля работает, обоет пас на Санжара. Коля в зону, обоет Санжар Коля. Ворвались, они не смогли пройти к воротам. Санжар за воротами. Ладно, отрикошет его, предательски полетело к Варжану. Он один на один с Бичковым, обыграл Бичкова. Пытался обыграть. Хорошие руки у этого мальчика, у Димаха. Посмотрим, сможет ли он разобраться с Александром. Нет, не смог. Александр быстро. Димах. Мы сейчас в защитной позиции. Брасовый надо выиграть. Нет, Брасовый мы проиграли на этот раз. Брасовый опять же заигрывал 10 номер. Маленький, невысокий мальчик с хорошим Никитой, но с хорошим броском. Коля в ловушке прыгает с бросом, Никита мне не нравится. Никита, бросок не тот проиграл. Шайба в нашу зону, опять бросок не надо, 29 номер. Мощный бросок, надо бороться, ребята. Немножко неудачно много видеосъемка, но с такого места приходится снимать и хорошего. Так Никита с шайбой выходит с нашей зоны, не спеша, ищет, кому можно дать пас. Но входит сам, потому что никого не было. Пытается прорваться, блин, забирает у меня шайбу. Конкурс на перехвате не смог сработать. Проходит наш зону, первый номер, продавливает на максимум уровень. Давит наш американ. Бросок по воротам, ковальное место. Это подбавили на всяком составе, но второй состав. Если честно, они очень много сыграли. Бросок в нашей зоне на любит Советский Союз. Итак, подъем. Сбрасывание выигра. Шайба у нас за воротами. Шайба у нас на почти для Питерса. Для Питерса. Итак, Кашадяев пытается бороться с 71 номером, крупногабаритным мальчиком. Трибунский там, за нашими воротами идет игра, Борис подправляет. То, что мы ведем 2-0, это еще ничего не значит. Борис хороший форм у нас вошел. Пошла передача на пикап, кто вовремя выставил крышку. Наши кто-то отбрасывается, не могу понять, у нас, конечно же, будет проброс. Тулуя обращенный составом. Никита Гуриховский. Выпустили на лед первый состав против нашего третьего.
курсу метров Киожан Мадьяров, это Айбитин, 61 номер, это Гели. И уже перевели в первый состав с ним, который попал. Приехал забрасывание. Забрасывание проиграл. Выбрали, как бы, спешил Бекерев. Выбрал шайбу, получил.
бороться с Геном. В него, Даир, не надо бежать, давайте ему бежать по флангу. Макс, так. Передача идет на защитника. На защитника будет Кавержан, выступает в роли Александра Овечкина. Тоже праворуки. За нашими воротами борьба. Мы по-прежнему в меньшинстве. Вылится. Пытается бросить. Оба за нашими воротами. Прокопчук. Кабакаев, Григорий, вывели себя до зоны. Кабакаев стремляется в зону соперника. Типа показывает, что это что за бейбол. Он сидел. Теперь пока нас это попадает. Скребецкий и Трибунский. Сбрасывание в зону Борисова. Выбирает сбрасывание. Команда попросила поворотом. Не готов был бросить бросик. Но бросок все-таки сделал. Чуть было не точно. Не можно. Бежит попадает в сторону наших ворот. Потому что Борис отбросился. И показывает. Зоны полевой площадки. Попадает на сбрасывание. Поворот противостоящему. Попадает опять сбрасывание выиграл. Стрелец пытался стремиться вперед. Шайбу выбили. Теперь 10 номер Даира, который будет, по-моему, участвует во всех составах Короче Бориса. Принимает участие. Поворот на нашей площадке. Наша бутылка на перехвате. Выиграл шайбу в зоны. Попадает по правому флангу. Подходит и принимается. Поверх в нашей зоне борется с темпом Даиром, 10 номером. Пирамиду его, конечно, пытается скинуть и ставим. Теперь бросок по нашим воротам. Попадая в спас позицию. Бросил, конечно, неудобно. Вернее, грудными мышцами, с помощью клюшки вытащил. И почти что из голевой ситуации. Так сбрасывание выигрывает Сибирин. Белок шайба за воротами. Отбор обыгрывает 71 номера тоже крепнича. Подкрылись ее в зону нашего заветрата. Белочинский шайбов. Белок опять на подхвате вдоль борта на Терехова. И шайба с нашей зоны пытается войти в дворик. А зона говорит, так, Никита. Тоже Никита говорит. Отмороженный, как отборолся с Беловым. Обманул его. Когда он там смотрит, так, блин, опять мы ожидали. Мы ожидали тот же самый Белый, который хотел отмороженный. Коваль на месте, отрабатывает четко. Айбер у него в ловушке. Совет начинает бить какого-то мальчика. Никиту Двуреченского начинает бить Ислам. Рейдали разговаривал. Что-то надо, пожалуйста, короче, я вас замочу, я говорю. Сейчас Ильга на взрослую нашу площадку против 9 номера Курсуметова. Сбрасывание выиграл, но хитрым образом долбитель сзади подъехал, пока шайба получилась защитника. Шайба у Бориса, Борис бросает по нашим воротам осенью шучком, мимо шайба проходит. Коваль ее везде сейчас. Сейчас Борис в нашей зоне, говорят, что это. Шайба всегда. Длинная передача, хотел дать длинную передачу на Кусубетова, она не прошла парашютиком. Опять Борис входит в дом, но шайбы пока без всех. Дает передачу на Ильского поляна фланге. Ильского шайбы выбивает Толбикин. Не может нас вывести шайбу, не может справиться. Борис как атакует, на шайбу перехватывает всегда. Поймал на передачу, но не точно. Входит в дом по левому фланге. Будет за воротами, пишет варианты для броска, бросает, не смог, не смог. Был отскок, прям шел на плюшку и исполнил, но ничего не смог сделать Андрей. Сбрасывание в зону Бориса. Горьевное сбрасывание. Просто было сбрасывание, шайба отскочила так, как физическая за синюю линию. Борис как-то
шайбу. Гальдей включил игру. Григорий Клопов. Катал. Или катал. Самикитин очень высокий. Сейчас ударил слегка в борт и почему-то заработал удаление. Непонятно, кого удалили. Ну, они тихо удалили. А что? Поговорили мы об адекватном судействе. Не дает он нам играть жестко. Борис Владимирович. Перехватили. Шайба в нашей зоне. Шайба Аламов. Аламов за воротами обманывает Гидова. Привет передачу на Галькевича. Галькевич надо вывести шайбу в зону. И он длинной диагонали вводит в зону Бориса. Распали наши ребята Гидова. Надо встречать его! Обманов Гидова одного, второго. Забили нам гол. Да, Саня? Алло. А, нормально, ты приехал? Все, пока нету, Саня. Пока нету. Завтра воскресенье. Саня, пока нету, не знаю, дружище, будет, я тебе скажу. Окей? Сань, я тебе сказал, дружище, не обижайся, я сейчас чуть-чуть занят. Будет обратка, я тебе обязательно скажу, братан. Ладно? Пожалуйста, чуть занят. Да, 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 давай. Что это удаление адекватным или нет? Не думаю, я, конечно, оно было адекватным, если не видел записи. Ладно. Но факт остается фактом, короче. Это что мы говорили об адекватном судействе. И тут же у нас удаляют еще и трибунство. Мы опять в меньшинстве. Перехов, Белов, Совет, Назаренко, короче. Мы с четвером. Не получается видеть еще без зоны. Ковальный вместе персонал бросался на удобки. Белов, Назаренко, опять персонал, опять на добивание Тайржан. Неудобно легла шайба на плечку, хотя он должен был забить пустые ворота. Не получился у него бросок с двух метров. Шайбу мы вывели из зоны. Совет меняется на Денисова. Денисов на льду, Борис входит в нашу зону. Из черных пока на льду только Денисов. Передача проходит на Тайржана. Тайржан из-под Денисова, из-под льда бросает. Коваль четко ловит шайбу в ловушку. У нас идет смена, на льду появляются черные, напоминаю, мы где-то в бычков Шульга, Денисов. Булы против Шульги. Посмотрим интересное противостояние. Шульга сбрасывала выигра. И шайба сам. Булы, Дислин, Булы на Шульге, судья не обращает внимания, руками повис. Более этого не почувствовал. Пасма Кисибекова. Кисибека длинный бросок. Угол, вратарь, угол зала. Попал в щитки. Борис пытается вывести шайбу со своей зоны. Не получается у них пока ничего. Наши ребята на месте борются. Исков. Огромным мальчиком с Бориса. Они, мне кажется, кажутся, что огромные. У них просто, блин, такие нагрудники широкие. Верешности Бориса, передача на Гулова, Гулы четко в перекладину попадает. Коваль сел, Гулы увидел, бросил верхом, блин, не получился у него бросок. Хорош, Денисов перехватывает передачу на Пикап. Возьмет под шайбу. Лисков шайба, передача на Сергей, всегда врывается в зону. Передача на Кисибекова, а Кисибекова жестким, четким броском. Вот это вот игра в пасы совершенно не будет. Надо, блядь, играть против них в пасы. Сыграли, блядь, Исков, Шульга, Кисубеков, блядь, извини. Шайбу забросили Кабатаев, Назаренко и Шульга. А, блядь, Кисубеков, передача Николая Сергея. Так, сбрасывал на Григория Кудра, Кабатаев, шайба, он упал перед синей линией, короче, пытается шайбу кинуть в зону. Шайба в зону вошла, но Борис ее лихо вывел. Так, 9 номер, Аламов, передача на Кабатаева, Кабатаев на Григория, Григорий. Устремляется в зону соперника, обманывает одного, обманывает второго, за воротами соперника. Передача на Галькевича, Галькевич пока готовится к броску.
ничего не получилось. Тут Григорьев на Табакаева. Вот так вот надо играть. Жестко, быстро, четко в пас. Они не успевают, они немножко медленнее, чем мы. Они мощнее, но медленнее. Задний на льду Походяев, Афанасенко, Чебдыкеев, Скребец и Константин Трибунский. Советский человек. Выбрасывание вывел Борис. Бродит в нашу зону. Борится. Паша в противостоянии с Турсуметовым. Паша у нас не маленький, но Турсуметов его на голову выше. Вроде противостояние выиграл, но Борис поддавливает физически. Не дает играть нам в нашей зоне. Не вывести шайбу, не расставиться по шахматам. Я предательский бросок, вроде не сильный. Низом перехватил Афанасенко шайбу, тут же последовал бросок верхом, Коваль был на месте. Итак, Афанасенко против Турсуметова обманул его, отдал пас на Кобдыкеева. Кобдыкеев опять же обманул того самого Турсуметова через борт, зачем-то повел шайбу через пятак, но вроде пока шайба. Давят его конкретно, вот Лешко Шоу пихнули только что, судья не видит. Судье нужна победа Борыса. Ну, с одной стороны, они играют дома. Ладно. Входит, короче, Таиржан в нашу зону, шайба благодаря Тимерлану выходит. Тут холодно, извините, палец мёрзнет, блин, я говорю, а оказывается, блин, пустоты говорю. Короче, шайба в нашей зоне, зона 61 номер, это американцы, я так понял, пытаются что-то сделать, короче, против Ростислава Афанасенко, но он забыл, что у того хорошие гены, блин. И тем более русские корни, а русские не сдаются. Ростислав выиграл противостояние. Опять Афанасенко, опять Чехов первый. Опять Афанасенко выходит на победителя. Но шайба до сих пор в нашей зоне, не могут наши вытащить. Мадьяров 12 номер бросит по Ходяеву. Отдает пас на пятак Трибунский. Трибунский на месте. Опять Мадьяров 12 номер. Хорошо добавляет ногами, отдает 61-му. Обманывает на американец на этот раз Ростика, но не получилось обмануть Паша. Паша в борьбе со Смадьяровым. Что не смог сделать? Таиржан тут на подхвате. Не получилось у него ничего. Напал пас защитника, защитник Таиржана. Упал Трибунский под ноги Таиржана Солилова. Судья на отсутствие, на решение нет. Коваль на месте. 61 номер. А, 61 номер это не американец. Это господин Гурцов. 88 номер, это Чубилин. Вот как раз на данный момент на сбрасывание сбили. Сбрасывание мы проиграли. Шайбой Борис за ворот. Совет передача на Назаренко. Назаренко слегка вывел легким движением руки из зоны, потому что здесь стоять и бежать не мог, я считаю, правильно сделал. Шайбой Борис входит в нашу зону. Передача на Морозенко, Морозенко отдает. Чёрт-чёрт выполняет Александр Шолыч. Пораженков отдал передачу на Булова. Булы бросал пустые практически ворота. И Коваль сделал мячик. Похлопали его по щитку. Вытащил, короче, ворота в нужный момент. Но как бы хорошо Мороженков видит накатывающихся игроков. Не идет один, а отдает пасы. Опять же, тот же самый Мороженков. Низом предательски большая шайба на пятак. Коваля на рикошетик, держит ключку Денисова, судья якобы не видит. Судья шайба подхватил возле наших ворот. Передача диагональ, но судья этого не проходит. Морозенников отдавал пас назад на Гулова, перехватил шайбу судья. Не ожидали такой крики. Опять передача на Кусубетова прошла в данный момент. Он бросал поворотом чуть-чуть не точно. Хотя можно было бы и подкорректировать огонь. Шайба вышла в зону Бориса. И стремляется Мороженников сломить Денисова под собой. Ай-яй-яй, отдал передачу по субботу, хотя сюда на Гулова. Забили 2 в 0 вышли. Да. Не думал, что будет. Алтарчик. Абатаев. Неделя выиграл.
Шайба по БТС. Входит в зону по правому флангу. Оксиген набирает ширину. Входит. Один раз, два, три. Бросает поворот. Григорьев, как обычно, очень судит справедливости. Судья всегда прав. Счет 4-3 на сбрасывание в зоне Бориса. Григорьев сбрасывание выиграл сам с шайбы. Прорывается в зону, бросает, дает пас Галькевичу. Галькевич в открытые ворота не точно. Григорьев спотыкается от Галькевича, который прокатился. Сейчас шайба и Борис. Так у нас Кабатаев перехватывает шайбу, пытается выйти в финишную зону. Григорьев борется с двумя игроками. Его, на нем палят конкретно, хотя он не касался шайбы. Атака врага, атака игрока, не владеющего шайбой, должна оказываться в хоккее. Но это закрыли глаза. Григорьев опять шайбы. Если кому отдать, не получается. Перехватывает. Никита, побегай! Так, шайба за нашими воротами. Даир, передача на Галькевича. Галькевич, длинная передача на Кабатаева. Ходить надо Кабатаева в зону, что он, соответственно, делает. Обманывает, бросает вратаря. Григорьев пытается добить. Неудобно было. Далеко было от ворот и далеко от шайбы. Подоспели защитники. Отдал пас на Прокопчука. Прокопчук Галькевичу. Галькевич бросок. Помешали защитники, поставили крышку. Идет борьба, Григорьев, Галькевич, Кабатаев, пас, четко Кабатаев, не получилось забить ворота, выше ворот шайба. Прокопчук запутался в ногах, и шайба как раз этот американец пытается обмануться. Ничего у него не получается, а главного не обманешь. Батл, бацл, или как его там. Кабатаев шайба, врывается в зону, мощно отходит одного, второго. Отдай на пятак! Бля, пожадился Егор. Минуты ворота, судья этого якобы не видит. Не знаю, я, блин, что происходит. Судья увидит, что минуты ворота, когда будет атака на зону Бориса. Сейчас была атака, короче, на наши ворота. Это мы минуты ворота у Бориса. Борис отстреливается. Бросок Аламов жесткий. Шабдикеев. Потому что двинутые ворота, конечно. У Александра. Видимо, поводу Альберту. Тренер даст поиграть в следующей игре сегодня. Так что я сбрасываю выиграл, пока что стремится в зону соперника не получилось. Не пустили. Крупный богатырь 5 метров. Вниз от передачи на точку на округе. Средний зону. Борис срывается в нашу зону. Входит 5 метров. Передача на 61 номера. Первый номер на 12-й. Ходит Борис, убирает руками ногами. Да, Маке? Все, скажи, хорошо. А? Да, 5000 не составляет. Он раскинулся. Увидел это судья. Моментально удалил. Найду зеленый. Меняется с первого номера на Никиту Шиколова. Набрался на Григорьев, на Бальконсе. Шайба Аламов с тонким парашютиком. Кабатаев не проходит шайба. Кабатаев, Григорьев за воротами. Уезжает. Ищет кому отдать пас. Пас низом на Кабатаева. Кабатаев мимо ворот. Но как же так же. Стоял прямо на пятаке. Четко, короче, Григор. Борется наши за воротами. Валькевич, шайба. Грача остановился. Бросай. Бросил. Шипет вратарю. Это вопрос низом. Бросили Григорий. Бросили Валькевич. Шайбу ворота сдвинули. Судья молчит. Нас сбрасывали. Также зеленых вывел на лед. Да, фамилия. Григорий сбрасывал выиграл и стремился в шайбу. Передача на Прокопчука. Прокопчук перевод на Аламова. Аламов броском. Мимо ворот. Григорий шайба. Пас на Прокопчука. Прокопчук на Кабатаева. Кабатаев за воротами. Галькевич на подмоге.
жестко борется Борис. Григорий господина Чигалькевича бросил не точно низом, блин, мимо ворот прошел, да? Теперь он играет Борис. Передача на Галкевича Таламова не прошла, но Григорьев на перехвате. Это, блин, не знаю, было нарушение, нет? Да, прям лег под ноги Никита мальчик, Никита через него перелетел. Ничего другого мальчика не оставалось. Алана шайба. Пытался пройти к воротам, не пустили. Хаботаева слетела перчатка. Хаботаева слетела перчатку, он ее поднял. Борьба в зоне Бориса, Хаботаев по правому флангу Бориса, с двумя игроками Бориса, они его давят конкретно. Конкретно давят. Малькевич помогает, опять на Хаботаева Мороженников прям руками кидается, держит его у борта, ничего у него не получается против Фигора. Фигор на что мощнее, выбрасывает сразу Борис. И вперед устремляется против одного Алана. Алана шайба за нашими воротами. Смену делает Борис. Алана ошибается за воротами противник. Шабдукеев. Григорьев еще вижу на льду. И Прокопчука. Григорьев слышал. Григорьев. Григорьев уже нет, вижу еще Григорьев. Борьба шла за нашими воротами. Григорьев шайба. Он много сейчас выбрал отдать пас на Шабдукеева, что он, соответственно, сделать не получился. Подорвало прием. Шайба Скребец. Решился, не получился, а Скребец свое дело делает. И как мы у ворот соперника, Григорьев бросок прямо во вратаря. Не идет шайба в ворота. Никита, меняй! Смену делает Григорьев. Алибек пытается вылезти шайбу дома, у него такой вырезался передача на 51-го крупного мальчика. Там Прокопчук, Проходяев на Шабдукеева, Шабдукеев устремляется один по правому флангу, на него нападает подножка. Подножка это была конкретная. Ну и сюда Панасенко, Лисов, Бычков. Передача в середину Денисова, Денисов на Бичкова. Бичков передача на Сергу. Не получилось, и колено перехватили на шайбу. Надо теперь бороться. Борис вышел все свои зоны, пытался войти в нашу. 12 номер быстрый ноги. Денисов шайбу перехватил, пытался отдать на колено. Передача не прошла, но более судит шайба у нас. Сергей на Кусубекова. Кусубеков передача на Питак. Там никого нету, лишнего соперника. Отдает Денисову, Ильга отдает Денисову, Денисов опять ошибся. И теперь 1-2 в 1 становится Борисов, сына Бычкова. Теперь Денисов исправляет свою ошибку. Забирает шайбу. Передача на Кусубекова не прошла, не смог Санжар ее обработать. Хотя шла она четко. Чудо шайба. Выходит в зону с нашей. 1 открывается в зону соперника. Мадьяров, знаешь, надеет пас на Кусубекова. Бросай низом! Ой-ой-ой. Гол! И засчитали. Четко вообще гол получился. Ребята, бросил низ. Бросил Кусубеков Санжар. Шайба полетела парашютиком от клюшки рикошетом. И Николай Шульга как в бейсболе забил ее, блин. Очень четко клюшку. Красный Чудирин. Справа. Слева Назаренко. Красный Чудирин выиграл. Передача на совета совет на первый подходим к дому. Но зона будет пройти не получилось. Шайба в нашу зону. Шайба пока Борис. Атакует. Передача на пятак. Совет на месте. Бросок по нашим воротам. Рикошетила шайба мимо. Чудирин за воротами. Передача дальняя. Диагональ на Терехов. Терехов справляется с игроком. Одним со вторым справиться не получилось. Так Чудирин с шайбой в среднюю зону. Пас на Совета. Совет на Белова. Четко играют наших пас. Молодцы. Тут пустят не сделали. Поехала передача от Белова на Назаренко. Назаренко против двух игроков. И один дышал ему в спину. Ничего не смог сделать.
Сибирин обыгрывает 71 номера, дает пас Курихов, опять входим в зону соперника, Черехов. Черехов на подмоге Сибирин не получается у нас пока. Жалко, Борис. Против нашего четвертого состава. Назаренко против Никитина борется. Никитин в два раза больше Назаренко. Устал домой. Никитин боролся, что сам прошел, и все дошел до наших ворот. Правда, не дали бросить наши пацаны. Вот бросаться по нашим воротам в середине. Чибирин отдал пас Терехову. Не получилось. Передача получилась. Думаю, не ожидал бросать эту передачу. Вот на 3-0 появился Галькевич. Галькевич вышел вместо Назаренко. Напоминаю, счет пока 5-3. Сбрасывание выиграл, когда вышел от нас в зону, показалось мне так с моей позиции, но судья ничего не ставил, опять зашла в зону. Не было ответа, борются наши ребята за воротами. Ковальс берет шайбу, пытались они пройти в угол, закинуть, запихать Коваля в ворота. Ворота, конечно, двинули, но вратарь на ворота, ну, ой, вратарь, судья на ворота. Выиграл. Борьба за нашими воротами. Передачу играет Борис. Снова играет пас. Не деваться некуда. Передача дал Григорий. Не видит судья зоны, блин, что ли, я не могу понять. Нет, сейчас слишком. Все правильно. Все правильно. Выбрасываем нам Григорий. Зеленый при по-прежнему на льду. Григорий выбрасываем нас выиграл. Сразу Аламов. Аламов на Григорьева передача. Григорьев перед зоной. Борется с Толдикиным, 11 номером. Жестко помогает Сабатаев. Григорьев падает, встает. Опять падает. Толдикин поставил на подножку. Но Сабатаев падает. Ложится Мороженников по шайбе. Аламов дает пас на счет первого номера. Не успевает. Удаление у нас по Григорьеву. Аламов в падении, короче, ударил по рукам, якобы, хотя мне показалось, что по ногам. Ну, мне так показалось. Так, Стрелец, Шабдикеев, Афанасенко, Трибунский. Вышли на лед. Не вижу я среди них Павленте. Шабдикеев надо выиграть сбрасывание. Сбрасывание мы проиграли. Бросок по нашим воротам. Коваль на месте. Шабдикеев шайбу пытается выбросить в зону, не получается. 61 номер. Шайба вдоль ворот. Игрока, стоящего возле открытого угла ворот, блин, но опять не смог справиться с броском игрок Бориса. Три раза он там ошибал, чтобы не было конкретных голевых моментов. И не воспользовались. Сейчас идет бросок по нашим воротам на синей линии тоже на месте. Мы будем сейчас скоро поминать. Так, шайбу вывели. Шайба в зоне Бориса. У нас идет смена. На льду Шерега Дениса. Ну, черный, короче, вот и все. Хотя времени парков предостаточно. Шайба в зоне Бориса, но Борис шайба. Никитин одним броском, чтобы газа выделился по поднятой близко. Полегче. Не знаю, серьезно, сколько осталось времени. Но больше половины третьего периода, я так понял, что сыграл на счет 5-3. Шельга нас сбрасывает. Сбрасывание проиграли. Бросок по нашим воротам. Коваль ловушкой накрывает. Ему плечо.
Два павлодарца между собой спорят. И стреляют. Это краще у вас Брасова выиграл. Миша, зачем-то вдоль горка выбивает человек, хотя мы вроде как в большинстве. Надо было отдавать передачу. Это в средней зоне. Борис вошел в нашу зону. Отдает передачу на пикап. Коваль на месте. Коваль вовремя все убирает. Скажу спасибо Сергею Сергеевичу. Тренера по вратарям нам реально давно не хватало. Ярко Мидич изменил смену составов. Сейчас после черных выходит Чубирин, выходит Терехов, выходит Белов. Надо отыгрываться, короче. Борисов. Напоминаю, счет 5-3. Брасова мы выиграли. Атаманская Терехов, передача на Назаренко. Назаренко вдоль борта. Подрезает его на козлица. Мальчик 7 номер. Атаманская фамилия. Не смог ногами перебрать вовремя до него. Атаманская козлица. А вот Борисов стреляется, обманывает. Интрига заплетается, ребята. Регламентированный тайм-аут тренер Борисов. Судья подождал его вежливо, пока он объяснит, что почему, что такое. Так, найди. Сенетов, 9 номер. Шайба в нашей зоне. Аламов, 9 номер. Борисов, 61 номер. По нашему номеру. Копчук, передача Кабакаева. Кабакаев, который дает пас на Григорьева, попал в крышку Кайрганов. Шайба в нашей зоне, шайба Кабакаев. Не смог он пройти 12 номера, 6 мальчик очень. Копчук, передача на Горькевича. Горькевич, длинная диагональ на Кабакаева, хорошо. Кабакаев в зоне, правда за воротами соперника, один. Пытается работать один, перестал играть в пас вверх. И это у него что-то солидарность в последнее время в этом составе. Вот, соответственно, шайба потерял. Шайба в нашей зоне. Теперь выше. Кайржан в роли защитника. Григорий пытается атаковать. Галькевич. Аламов шайбу. За нашими воротами. Сметов показывает. Аламов до этого бросил на Галькевича. Шайба в роли. Егора, смотри! 2-1! Подал пас на Кабакаева. Счет 6-4. Показал передачу, короче, не бросил. Вратарь этот момент перемешался. Пока в дальнем взгляде прям так перетали. Так, сбрасывание. Черные на льду. Сбрасывание мы проиграли. Борис в нашей зоне. Денисов за воротами борется с игроком Бориса. На пикаке забываем, мы оставляем игроков, наша ошибка. На пикаке они делают все, что хотят. Коля шайба. Рыжик вертит. Ошибается. Кричит Ильдар Хамидович. В нашей зоне зачем ты это делаешь? Денисов на перехвате. Шайба опять отдает Сергея. Сергея входит в зону один против двоих. Помогает Сергеев, помогает Ильков. Ничего у Коли не получается сделать. Теряем шайбу, Двуреченский 1-1, хотел с вами с Бучковым, парень с Мишленом, пас одного Романа, Роман был на месте, так всегда отдал пас на Пасекутова на правый план, не получилось Сангара успеть первому к шайбе, игрок Бориса был впервые, шайба входит, Женя всегда шайбой входит, обманывает одного, второго не получилось, и для Фомильевича чуть пас надо было отдать. Но эпизод уже сыгран. Опять череда шайба, средний зона, опять шире против четверых. Опять один. Здесь Исков, здесь Кустубеков отдал пас. Не ожидал Сангар этого паса, не успел к шайбу. Можно было бы создать голевой момент. Бросает Сангар против книжки соперника.
Продолжение следует...